Решение о создании музея было принято в марте 1887 года Якутским областным статистическим комитетом по инициативе Андрея Иннокентьевича Попова. В июне 1891 года в одной из лавок гостиного двора состоялось открытие первой экспозиции музея. Музей истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского – это первое государственное культурно-просветительное и научное учреждение на всей территории Якутии. В 1909 по 1911 году, благодаря инициации сбору денег купцов и более богатых местных жителей, было построено двухэтажное здание. На первом этаже была библиотека, на втором – музей. Ее постройкой занимались Алексей Кузнецов и Емельян Ярославский. Накануне революции фонд библиотеки составлял 19 тысяч экспонатов. В 1924 году музею присвоили имя Емельяна Ярославского. До 1978 года музей носил статус краеведческого. После был создан Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ярославского, куда краеведческий музей вошел как основное учреждение. В 2004 году к музею была добавлена пристройка, в результате чего его выставочные площади несколько расширились. Наш музей является одним из старинных музеев Дальнего Востока. Он работает у нас, был с 1887 года решением Якутского областного комитета по инициативе Андрея Иннокентьевича Попова было принято решение об открытии музея. И музей распахнул свои двери в 1891 году. А сейчас наш музей является одним из крупнейших на Дальнем Востоке. У нас более 100 тысяч экспонатов. В год у нас посещает по плану 81 тысяча человек. Вот. И наш музей имеет три филиала. Они находятся в Верхневолжском районе, в селе Харбалах, в Намском районе, в селе Хатырык и в Татинском районе, в селе Черкех. Каждый гость, который приезжает в нашу республику, каждый человек, который здесь родился, он все равно посещает наш музей, потому что именно история нашего края, нашей республики, она наиболее полно отражается в экспонатах нашего музея. У нас есть уникальные экспонаты, и те экспонаты, которые уже у человека ассоциируются со своим детством. Вот я, например, первый раз сюда попал еще в дошкольном возрасте, но до сих пор я помню, как я удивился вот скелету мамонта, какой он был огромным для меня, вот, и скелету гренландского кита. Вот, и в детстве у меня уже возникало даже такие, после просмотра музея, человек хочет еще знать больше, читает книги и хочет путешествовать и смотреть на мир, чтобы увидеть вот это воочию. Вот мы все сейчас наблюдаем за тем, как еще больше экспонатов у нас появляется, и, возможно, даже вот сейчас работают ученые, все мы знаем, что вот из разных стран о том, чтобы у нас потом появились мамонты живые. Вот. И поэтому, возможно, это даже при нашей жизни появятся у нас уже живые мамонты. И у нас и будет, Якутия станет меккой для туризма. Вот. Что касается вот туризма, здесь у нас тоже очень много экспонатов и историю тех народов, которые живут здесь, можно узнать в нашем музее. Сегодня продолжается цикл передач «Наш поход в краеведческий музей». Музей – настоящая кладовая эмоций и знаний. Сегодня экскурсоводы расскажут нам о интересных экспозициях, историческом прошлом, настоящем и будущем нашего края. Основой создания музея стала необычная походка в 1887 году инородца чичуйского наслега Вилюйского округа Семена Егорова. Это был череп с рогами доисторического ископаемого бизона, уважительно названного дедушкой музея. Сегодня эта находка стала символом музея. Практически не исследовались учеными. Они называются островами Делонга, которые находятся на самом севере. Интересно тем, что эти острова еще в конце 1700-х годов открыли американцы,
Вот. Джордж Вашингтон Делонг и его команда описывали первые острова. Они называли эти острова остров Генриетта, Беннета, Жанетта. Вот. И эти острова в основном покрыты только скалами, вот камни. И там находится огромное количество птиц. Ну, это колонии, они представляют всего 4 или 5 видами птиц. Вот. Но их очень много там. Перемещаясь чуть южнее, мы можем рассказать о Новосибирских островах. Так это уже более подробно изученные острова. Там по сей день проводят работы палеонтологи, находят различные остатки древних животных, мамонтов, мамонтовой фауны. Вот. И арктическая пустыня, она в основном представлена только мхами и лишайниками. Ну, только местами там растут из высших растений, травянистые растения, ну, например, вот цветок мак полярный. Вот. Так. Ну, там температура не опускается, как здесь, до минус 50, там относительно теплее, но практически всегда там сохраняется ветер. Вот. А летняя температура там ограничивает плюс 3-5 градусов. И средние вот, осадки бывают постоянно, небольшие дожди. И в основном все лето покрыто густыми туманами и серыми облаками. Вот. Так, ну, на этих островах лето проводят редкие гуси, например, вот белые гуси, занесенные в Красную книгу. Там еще бывают и гаги, утки. Есть еще и вот такие крупные чайки, называются бургомистр. Вот. Ну, помимо них еще насчитывается более 20 разных птиц. Я была очень удивлена экспонатом этого отдела. Они были как живые. Я видела много разных чучел в разных музеях, но нигде еще не встречала чучела лебедя. Мы с большим интересом слушали рассказ экскурсоводов и рассматривали экспонаты. Экскурсия очень понравилась. Мне очень нравится ходить в краеведческий музей, ведь в нем история оживает и становится ближе и понятней. Есть отдельные залы по темам нашего края – рыбы, животные, насекомые. Музей интересен для всех возрастов. Хочется вернуться вновь и вновь. В настоящее время отдел природы состоит из зоологической коллекции. В эту коллекцию входят редкие птицы, млекопитающие разных видов животных, которых редко встретишь на территории Якутии или занесенных в Красную книгу. В этом музее чувствуешь себя как в естественной природе, на берегу реки или опушки леса. Я очень рада, что посетила этот замечательный музей. Ювелирное искусство народа Саха имеет древние истории и богатые традиции. Здесь вы можете посмотреть традиционные украшения, убранство верхового коня, посуду, личные вещи. Изюминкой этой выставки стали работы мастеров 19 века. Есть такой отдел фондов, в котором хранятся все музейные предметы, которые есть в нашем музее. И временами мы их вытаскиваем на выставки и на экспозиции, вот главный корпус нашего музея. Этот зал, в котором мы вошли, про который я сейчас вам расскажу, это зал, посвящен якутскому серебру. Как вы знаете, ювелиры, вообще искусство ювелирное, да, как у всех других тюркских народов, и при том вообще у всех народов, оно отпочковалось в свое время от кузнечества. И поэтому вот это ювелирное искусство, особенно якутов, которые здесь представлены, предметы, это предметы 19 века. И есть еще старинные серьги конца 18 века. Они представлены здесь в разных вариантах, серебро. И, как вы знаете, серебро у якутов считается именно тем материалом, который оберегает человека. И поэтому люди считали, что максимально человек защищен от проникновения злых, воздействия злых духов, когда человек носит серебро. И поэтому таким образом украшали в особенности женщин.
Женщины носили серебряные украшения, которые назывались Иленкебигер. Вот перед вами, посмотрите, это называется Иленкебигер. И чуть пониже, это считаю, называется Келинкебигер. Это значит наспинное украшение. Эти украшения люди носили в 19 веке и в начале 20 века, вон как показано на витрине, когда вот передние на поверх шубы носили серебряные украшения Иленкебигер и Келинкебигер. И также еще украшали женщины свои волосы. Они очень берегли свои волосы. Считалось, что нельзя распускать свои волосы. И люди считали, что волосы несут определенный сакральный смысл и информацию про каждого владельца. И поэтому они оберегали себя и прикрывали волосы вот такой косоплеткой. Серебряной косоплеткой, специально сделанной для прикрытия волос женщины. Таким же образом они оберегали и все свои, и спереди, и сзади, мы сказали, да. И еще поверх шубы они носили вот такие серебряные пояса. Посмотрите, там вот в горизонтальной витрине серебряный пояс, он сделан из ровдуги, это оленья кожа, шкура обработанная, да, называется ровдуга. Ее покрывали чеканными серебряными бляшками. Посмотрите, серебро — такой материал, ребята, который очень хорошо подвергается чеканке, резьбе и ковке. И поэтому посмотрите, какие красивые гравированные узоры наносились на этих поясах. Это женский пояс, а также были еще и мужские пояса, тоже делали и их из серебра. И также вот эти серебряные предметы были в виде серег и в виде также майсемяга называлась. Вон, посмотрите. Она украшалась, одевалась поверх платья халадай на горловине, да, она, и закрывала как бы шею. И такие же, вот я вам упоминала про старинные серьги, бусиные серьги, вот 18 века, посмотрите, она была распространена среди многих народов Сибири. Такие бусиные серьги, это проволочные серьги, или по-другому их называют серьги в виде вопроса, знака вопроса, как бы повторяют, даже видите, какой знак вопроса, да? И к нему нанизывались разные разноцветные бусины. А в основном они были трех цветов, это или двух, белый, черный, иногда синий цвет проникал. А потом такие серьги бусины, они перетрансформировались вот на такие большие серьги серебряные, ханха называется, и карыя. Вот такие с висюльками, красивые, с богатым орнаментом, они должны были не только украшать женщину, но и в то же время они должны были защищать эту женщину от воздействия различных злых духов. От предыдущей экспозиции, посвященной дореволюционному, по сути, доисторическому событию, проходим в залы, где собраны экспонаты о гражданской войне. Сейчас я вам расскажу про этот зал, посвященный революции и гражданской войне. Как вы знаете, в 1917 году произошла революция, однако Якутия находится довольно далеко от центра, где происходили все эти события, Москва и Петербург. И до Якутии все это дело дошло с некоторым опозданием, так окончательно советская власть установилась лишь в конце 1919 года. И здесь мы видим оружие, при помощи которого воевали с обоих сторон. Это знаменитая винтовка Мосина. В данном случае это версия карабина. Это более короткий вариант винтовки для использования верховыми. Слева мы видим пистолет Маузер и справа бельгийский револьвер Наган.
Это очень эффективное оружие. Были повстанцы, с ними боролись три товарища: Лебедев, Агеев и Козлов. И они считали, что повстанцев нужно просто уничтожать. Однако по-другому считал Сергей Юльевич Широких-Полянский. И он считал, что человек, если у него есть хотя бы какая-нибудь возможность жить мирно, он будет жить и мирно. Однако, если люди восстают, то значит есть очень большая причина это делать. И часто это происходило из-за голода. С обеих сторон приходили отряды, забирали у них еду для своих армий. И людям это не нравилось, они восставали. Но с одной стороны, это была просто защита собственное имущество. И тех, и других они просто считали грабителями. И вот таким образом появляется Якутская АССР. И одними из основателей являются Платон Алексеевич Аюнский и Максим Кирович Амосов. Одно время повстанцев было так много, что они даже окружили город Якутск. И окруженные красноармейцы были вынуждены построить вот такой бомбомет, как они назвали. Они сконструировали это из просто остатков различного металлолома. Однако, несмотря на название, это орудие стреляло обычными ручными гранатами на расстоянии до 300 метров. И грохотало знатно, однако противника почти не убивало. Но, тем не менее, повстанцы все-таки побоялись штурмовать город. Казалось бы, война уже закончилась, однако в Якутии война все еще продолжалась. Итак, в 1923 году на юго-востоке Якутии появляется новая угроза в лице отряда Пепляева Анатолия Николаевича. У него был отряд численностью 800 человек. По тем временам для Якутии это была очень большая и сильная армия. Узнав об этом, на перехват ему выдвинулся отряд Строда Ивана Яковлевича. Вот там мы видим его портрет. Пройдя более 1000 километров, преодолевая горы, леса зимой в минус почти 50, вот здесь мы видим фотографию, как они шли, они достигли села Амга. По-моему, это уже подвиг ради идеи идти так далеко в холодное место, причем не просто идти, а идти и воевать при этом. Но они наткнулись не менее крутых людей, это Иван Яковлевич Строт и его красный отряд, который засел в местности Сагылсыгы, Лисья поляна по-русски, и там они находились в трех деревянных домиках. После долгого дневного перехода они спали, и несмотря на то, что были выставлены дозоры, но тем, к сожалению, они уснули и пропустили подход белого отряда. И к ним в дом зашли люди, которые назвали друг друга брат, и предложили им сдаться. У них выхода не было, они начали уже сдаваться, как вдруг снаружи услышали пулеметные очереди. Тогда они уже начали бороться. В доме началась стрельба и драка, белые были вынуждены убежать. После этого они решили взять штурмом это место, но у них это не вышло, так как у отряда Строда было 6-7 пулеметов, которые он использовал очень грамотно. И тогда в том бою Строд был тяжело ранен в грудь винтовочной пулей, едва не погиб, и это было его седьмое ранение. Строд это был человек, которого пули просто так не брали. И несмотря на очень тяжелое ранение, он продолжал командовать. Узнав ранение Строда, Пепляев предложил ему сдаться и завершить это сражение без лишнего кровопролития. Но Строд уже давно все решил, однако он попросил 4 часа на размышления. И в это время он не думал, он просто готовился к обороне. Он сильно укрепил оборону и после истечения времени отправил ему ответное письмо с предложением сдаться ему самому. Он говорил:
ты не смог взять три маленьких домика, как ты вообще собираешься взять город Якутск? Он, Строт, конечно, был очень решительный человек. И так они продержались 18 суток без еды, без воды и медикаментов. И они пили в день по одному стакану воды. При этом некоторые здоровые бойцы отдавали свою воду раненым. Как известно, раненые люди очень хотят пить. И воду они топили, брали, топили снег, и во дворе у них снег кончился. После этого они делали ночные вылазки за снегом, однако белые бойцы их поодиночке отстреливали. И после истечения этого времени, 2 марта 1923 года, пришло подкрепление в лице отряда Курашова и Байкалова, общей численностью примерно 600 человек. Они дали бой, тогда Пепеляев проиграл и был вынужден отступить обратно в порт Аян. Снова 1000 километров, снова холода и морозы. И дойдя до порта Аян, он узнал, что Владивосток уже был захвачен красными, и принял решение сдаться. Вот так завершается последнее крупное сражение в истории Якутии. Экскурсовод рассказал историю, основанную на реальных событиях. Легендарная оборона Сосыл, Сосы вошла в историю Красной Армии, получив название «Ледяная осада в Омге». Исторически это была последняя в Советской России крупное сражение гражданской войны. Подслушанные трогательные истории о войне, те, когда которые пришлось пережить старшим поколениям, были чудовищны. Сколько потерь и слез выпало на их долю. Но несмотря на все ужасы войны, людям удавалось оставаться людьми. У музея есть большие планы. Мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. И мы готовим новую экспозицию к этой дате. Вот. Меняется сейчас работа в музее. Очень много у нас появляется других мероприятий. Это мастер-классы проводим, например. Вот сейчас мы активно работаем с школьными музеями. Вот, скоро у нас будет первый фестиваль школьных музеев города Якутска. Вот. И с нами очень хорошо работают коллекционеры. Вот. И я хотел, пользуясь случаем, хотел бы сказать спасибо всем тем людям, которые делают пожертвования музею, которые вот, за последние годы, например, в год у нас примерно несколько тысяч, получается, экспонатов, которые люди сдают в музей. Вот. И мы эти экспонаты потом выставляем.